Я хочу обратиться к плешивой моли. Ну, моль знает сам, кто он моль. И люди все адекватные знают, что он плешивая, ботоксная моль. Моль, до каких ты пор будешь нас, россиян, насиловать, а? Стариков, детей, да вообще всех. Вот, ты понимаешь, мы вот почти годки с тобой. Да, я моложе тебя, выгляжу-то старше, зубов нету, потому что, ну, моль, на тебя-то мы работаем все. Все на тебя работаем, понимаешь? У тебя 41 миллион, наверное, в день уходит на тебя, а у меня ты добавил 47 рублей. Блядь, моль. Ну, как-то не то. Да я не за себя говорю. Чем мне за себя? У нас таких миллион.